Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Jagmat Apocalypse Survival Simulation. В общем, сейчас, так, мы набрали 206, да, излечимся от воя. Так, ночной вой. Ваши оккультисты нашли причину угрозы. Кажется, так, наш бедный выживший подвергается воздействию волчьего проклятия. Эта древняя порча сводит с ума мужчин и женщин, заставляя их поверить в то, что они волки. А, к счастью, проклятие можно снять. Все, что требуется, это настоящий волк. А, если вы то оборотень. Немного волчьей крови и простое заклинание должно снять порчу. С заклинанием все понятно, а вот достать образец крови может оказаться не так просто. Вы помните странные зазывания где-то неподалеку? Ага, это был оборотень. Замечательно. Типа... карта. Так, где у нас там? Ага, вот она, да? Твою мать. Ха! Два жнеца. Нет, мы сначала идем вот сюда. За вербовкой поселенца. Я немножко это, пофармил, да, вот. Все, что я набрал, кстати. Маечка. Да, и вот тут понемножку ресурсов. А, ребятки у меня, конечно, целы здоровы, но я планирую все вот это зачистить, абсолютно все. У меня сейчас нормальные вроде как ребятки с оружием, так что вот это вот тоже мы начнем чистить, так как в библиотеке нам стоять, что это такое? Святая вода? Серьезно? А, это вот здесь книги. Да, вот книги нам нужны сейчас будут. Так, вербовка. Так, новый ректор. Вам удалось уговорить одного из выживших поселения Могильник присоединиться к вам, однако... Ваши действия разозлили оставшихся людей в поселении. Ваши отношения ухудшились. Да по барабану мне. Мне по барабану. Так, что здесь? А, ну эти библиотеки мы штурмовать не будем. Так, лесхоз мы тоже не пойдем. А где еще библиотеки есть? Так, стоп, давайте скорость обычную. А библиотек больше нету. Круто, круто. Ладно, давайте сюда. Не, просто здесь, смотрите, библиотеки нам нужны, но здесь суккубы. А они, гады, мощные. То есть не будет такого, что опа, и мы прошли спокойно на раз-два. Не, такую фигню нам провернуть не дадут. Где-то здесь должен быть... Так, это не одно поселение, как я понял. Нам бы скорость передвижения как-то увеличить. Там можно каким-то бафом вроде. Так, у нас 404 пока что. Но мы 700 копим. Я все же решил 760. Решил 6-го человека себе в отряд взять, потому что... ну, как-то пока все хреновато, мягко говоря. Так, ускоримся до 4-й, поищем еще что-нибудь. Если на нас нападут, то это будет не страшно, поверьте. Библиотек нету. Вы прикиньте, все библиотеки, походу, реально здесь. И это печально. Это реально печально. Потому что здесь одни крутые демоны. Так, вон там люди уже пол хавки съели. Но библиотек здесь много, да? Так, давайте тогда рискнем и нападем на одну из них. Давайте вот на эту. Так, стоп. Сохраниться сначала бы. На всякий пожарный. Сохраниться не помешает. И пошли. Да. Хотя бы княженцы две, если стырим, будет нормально. Так, автобой. Ох-хо-хо, Андрейка. Андрейка чуть не дал дубу. И еще и одна княженция. Ну, 7 самогона, да, это же самая ценная хрень какая есть. Идите на базу. Так, ну сюда мы пока не пойдем. Добыча, сюда мы пока не пойдем. Ну, это как бы часть задания, да? У нас есть вот задание, исследуй эфирное святилище. И вернитесь на базу. Мы его исследуем, я отвечаю. Но мы сдохнем. Да, заметность базы плюс 25. То есть эта шкала набирает... Если она наберется до 100, то придет серьезная такая армия, которая, скорее всего, может даже нам навалять. Так, что у нас по ресам? 570 дерева всего лишь. Всего лишь 570 дерева. Так, дерево, да, дерево нужно. Давайте ускоримся. Еда, вода, пока все хорошо. В принципе, мы можем вот тут чистокол вот обнести всю базу. То есть вот этот весь край просто обнести чистоколом. Кстати, мысль-то хорошая. Ну или хотя бы вот эту вот часть обнести чистоколом, чтобы демоны все время обходили.
Но пока что я не знаю, что у нас будет еще по строениям, поэтому как бы я не рискую делать такую вещь. А, так, все пришли, молодцы. О, у нас Стэн. У нас Стэн, мы приютили Стэна. Ну, наконец-то, адекватный человек. Производство, еда, науки, оккульт. Науки. Так, ты бы еще... Тренировка боевых навыков. Кстати, я хочу попробовать, что это за тренировка таких боевых навыков. Пшеницы нету. Ну ладно, пока давай так. Здесь равно тренироваться пока не на чем. Пока нас пшеница не наберется. Хм. Ну, лимит пшеницы как бы смысла нету набирать, да? По идее у нас все хорошо. По воде у нас опять все плохо. Что за бред-то, я не пойму. Так, кто там у нас? Стэн. Во-первых, тебе надо выдать оружие. Выдать тебе... А, стоп. Давайте курточку выдадим. Сотка, а это 105. Нет, курточку мы тебе не выдадим. Так. Да, вот это сделайте мне. Так, а Стэн, ты у нас будешь тогда... Я тебя заставлю... Чисто вот единственная твоя задача будет это таскать воду. Все. Так, и... приоритете у тебя будет вот так стоять. Все. Чисто вода. Вот у тебя самый главный приоритет, братан твой, это вода. Ты где? Ты поел, да? Все, теперь колодец. Штурмуй колодец. Потому что я смотрю, по воде у нас все плохо, а должно быть 300. А у нас всего 106. Наши просто потихоньку скоро начнут помирать от сушняка. Все, давай, 107, 106, 107. Типа он производит, а кто-то уже выпивает? Да, офигеть. 104, ну вот видите, вода расходуется на раз. Опа. Гонец из поселения Могилин прибыл со срочным запросом. У них закончились припасы, и они просят помощи. Да ни хрена. Ни хрена. Отклонить запрос. А, так, до вас дошли слухи, что в поселении Могильника настал тяжелый период. Им удалось выжить, однако им потребуется некоторое время, чтобы восстановиться и снова торговать. Они сильно расстроены, что вы не захотели помочь и теперь гораздо меньше вам доверяют. Я на них клал. Они просто хотят забрать сотку научных очков. Это жесть. Я специально их коплю не для того, чтобы они просто пришли и забрали. Отношение 34, ну и по барабану. Ну, смотрите, у них на всей территории, вот у них единственных, да, просто тьма книжек. Просто тьма, просто, я не знаю, можно выучить все. Да, но также у них здесь много и заводов, в которых много пороха. Ну, а здесь магазинчики такая, хиленькая хрень. А, так, давайте-ка, блин, может зачистим вот эти места? Ну нет, тут мне нам вообще воду сейчас надо зачищать, если так подумать. Мать. Кстати, как у вас там с восстановлением? А ну-ка пойдем за книжечкой. Так, а вот сюда, да, и сюда зайдем за ломом и камнем. И вот сюда мы сейчас зайдем. Да, кстати. Опа! Мистический сбор. Так, участники тактической группы рыцари... обменялись тревожными взглядами. Они все почувствовали мелкую рябь в воздухе, ощущенную искажение в мире. Шепот отдался гулу эхо, словно разговор происходит на большом расстоянии. Каждый шаг наполнен чувством опасности. Так, атаковать демонов, держаться подальше от демонов. А я не могу закрыть. Рискнем. Так, вслед за неистовым похолоданием приходит сильный мороз. Кто-то шепчет, что демоны выполняют какой-то ритуал. Может, даже призывают своих соплеменников. Ритуал нужно остановить, но кажется, обстоятельства явно не в вашей стороне. Так, не на вашей стороне. Вы еле передвигаетесь, либо движетесь замерзло так до конечной стороны адской боли. Так. Мы свалить можем в любой момент. И сохраниться нельзя. Это болото? Фига себе. А, да, давайте, ребят, идите. Ну что, посмотрим, кого эти гады призвали на болотах. О, чует мое сердце, мы тут сейчас сляжем.
пока нет, пока никого толком нету крутого. Серьезно, это адский ритуал, что ли, сейчас был? Да, жалко, что он так сильно болото обходит. Куда ты собираешься бежать-то? Тут тупик. Все, ты труп. Ну, выстрелите кто-нибудь в него. Серьезно? Ха. Ну, ладно. О, мистический сбор. Опа, глаз Хоруса. Дальность 2, точность уклонения. Круто. Так, вы обыскиваете место проведения ритуала и понимаете, что демоны копались в могилах. Вокруг разбросаны странные механизмы и артефакты. Так, участники группы рыцарей уверены, что найдут что-нибудь полезное. Ну ладно, и фиг с ним. Так, стоп, сохраниться. А то нас там покоцали, да? Мы сейчас идем на серьезных противников. Так, давай ускорься. А, торговать нельзя, набирать народ нельзя. Ну что, погнали? О-оу, Андрейка. Андрейка сейчас у нас даст дубу. А, и хрен еще и зазря почти пошли. Ну, в смысле, мы не нашли все, что я хотел. Я думал, две книжки. Но теперь 510. Еще чуть-чуть, у нас будет пятый человек в отряде. Так, либо... Да, либо здание. 180. Каменный дом. Хотя смысл каменного дома? Я не понимаю. Ну, мы построим 2-3 каменных дома. Да, где-то... Не знаю. Один здесь. Снесем вот этот. Перенесем все в него, да? Так, вот это уже можно сделать, кстати. Да, то есть снесем все, перенесем все в него. Поставим рядом, этот снесем, поставим рядом ровно, прям ровень вровень еще один. Из этого все заберем, перенесем в колодцы. Его же можно перенести? Нет, только сносить. Ну ладно. Снесем колодец, построим новый. О-оу, требуется помощь. Да ё-моё, а! Чё за хрень? Враги приближаются. Да твою мать, что за бред? О-оу, легион. Одержимый, призрак и демон. Ого, ого, да, демоны приближаются, я вижу. Благо все ребята неподалеку от базы, от моего схрона. Но не, ну смотрите, 70%, 70%. Да, конечно, сейчас 70%, то есть, когда придут демоны, они будут жесткие, да, очень жесткие. Тем более на 70%. Так, Грег, что тебе надо? Ты поел, все, радуйся. Сон. Да, кстати. О, левел апчик. Враги уже близко. Так, тихо. А, точность, а, уклонение и дальность плюс 2. Стоит 640 при продаже. Ладно. Левел ап, молодец. А, здоровье плюс 8. Пистолеты, пистолеты. Винтовки... А, стоп, подожди. Редкое оккультное оружие. Редкое огнестрельное оружие. А, нет. А, так, это добыча. А, так, лечение... Лечение нет. Защитник. А, дальность 5. А, уклонение. Морозы... Так, можно брать редкие святые... святую броню. А, ну мы можем все вкачать. То есть у нас будут персонажи, которые если не сдохнут, да? А, могут быть, может таки брать редкие инструменты. Здоровье или урон? Пистолетов у нас пока нету. Производство. Так, что у тебя? Естественное восстановление здоровья. Скорость добычи. Где скорость добычи? Вот скорость добычи. Все. Готовьтесь, ребята. Сейчас надо будет бежать в нашу маленькую базу. Я это все перестрою. Я уже вижу. У меня уже мысль в голове была, как все это перестроить. Только придется удалить вот это вот все. Примерно где-то вот такую вот часть придется удалить. Да, и тогда вот мы все перестроим. Мы тут такую базу зафигарим. Я уже вот вижу. Да, вокруг будут шахты, копья, все будет. Все будет шикарно. Так, началось нападение. Народу. Тьма. Да твою. О-оу.
Я загрузиться хочу. Они нападают. Один сразу будет. Стоп. Да ё-моё, чё за хрень? Так, загрузится тогда вот это сохранение. Потому что это... Они сейчас на нас... А, подождите. Ну ладно, ладно, нормально. Это мы как раз книжку забрали. Так, загрузка. Грузи нам мир. Так, грузи нам мир. А, ребята бегут домой. Да, сейчас скоро, значит, нападение. Да. А, так, подробно они натырили, ну, по хламу. Так, ускоримся. Давайте вернемся на базу. Так, значит, демоны нападают с углов, поэтому мы пока что отменим вот это все. И вот это тоже, блин. А то это... Ну да, это... Кто же знал-то, а? Так, стоп, добыча. Я говорю, добыча. Все, мы отменили все с углов. Все, так. У нас тут новый... Парниша, на тебе амулет. Так, тут у нас что? Тут у нас все в порядке. Ну да, ритуал пока проводить не можем, потому что у нас требуется помощь. Да, я знаю, что у нас пшеницы что-то вообще нету. И враги приближаются, да. Так, займемся тогда пока строительством. Овощи, пшеница, да. Так, стоп. Что в этом месте заблокированы некоторые области базы? Что за бред? А-а-а! Понятно. Огороды блокирует. Ясно. Так, то есть некоторые области базы блокируют. Так, враги уже здесь. Секунду. Секунду. Так, кто-то апнулся, да? Мы... Здоровье. Так. Ребятки, все в кучку. Давайте. Потерпите. Буквально немного. О, нападают. Тихо. Ни хрена себе, как... Со всех сторон гады идут. А, так. Так. Так, нет, ты сюда. А... Ха! Так, демоны приближаются. Ха! Так, тихо. Идеальная оборона у меня. Просто идеальная. Все, ребят, можете по своим делам идти. Сейчас все пробегутся, поедят, и мы, возможно, возможно, спасем выжившего. Падший ангел здесь на этот раз, одержимый и демон. Ну, ё-моё, я не знаю. Я не знаю, кто там будет, и выживем ли мы вообще, и как это все пройдет, но я надеюсь на лучшее, да. Я надеюсь на лучшее. Опа, это что такое на тебе? Где какая-то хрень? А, там амулеты, что ли? Слушай, ну, блин, не знаю. Наверное, нормальная штука. Да, и нам надо с демонами разобраться. Так, давайте ускоримся. Что у нас со строительством? У нас глины нету, да ты гонишь. Ха, ты же прям шутишь, ё-моё. Глина вот есть. Стоп.
Вот тебе глина. Бери вперед. Нам добывать надо глину срочно. Да, кстати, в медпункт зайдите, ребят, кто может. Да и кто не может тоже. Так, значит, что у нас сейчас здесь? У нас сейчас разборка. Разборку мы никакую не делаем. Кстати, куртка говно. 100 всего дает. В отличие от брони. Броня дает на 5 больше. И уклонение больше. Поэтому какого хрена ты не в куртке? Точнее, не в броне, а в куртке. О, у нас тут еще парень в чмошной шмотке бегает. Так, все нормально одеты? Да, все нормально одеты. У всех щиты, аптечки. Все просто превосходно. Ну что, пойдемте спасем... Блин, спасем человека. Да, конечно. Нет. Если он сдохнет, судьба у него такая. На этот раз нет. Нам надо подкачаться. Нам надо хотя бы еще одного человека в отряд, чтобы у нас огневая мощь была. А не вот это вот. Хрен пойми что, хрен пойми куда. Да, надо чуть-чуть подкопить. А, все. Он исчез тем более уже. Все. Ну тогда хотя бы огневую мощь вот для вот этих ребят. Так, ладно, пока мы купим огневую мощь для вот этих вот ребят, пойдемте на карту и подзачистим вот эти три локации. Нам же нужно опыт, ресурсы, да и все остальное, в принципе. Так, вот этих сейчас зачистим, вот этих. Да, сейчас подчистим карту. Нам бы воды, конечно, набрать. Желательно бы. Но пока что есть. Я потом посмотрю, что мы набрали в общей сложности. С водой жесткие прям проблемы. Реально. Это прям ненормально. Так, нет, ну тут уж я прям посмотреть хочу. Так, стоп. Это прям реально ненормально. С водой какие-то жесткие, прям жесткие-жесткие проблемы. Стэн. Так, 175%? Ты типа оккультом занимаешься? Давай вот так. Давай, кто там? Стэн, иди отсюда, знаешь куда? Стэн, 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 ты и так вот иди. Все, вот на этом и порешим. А я их не боюсь. У меня не для того крутые вооруженные ребята, чтобы я боялся каких-то чмошников. А, даже не покоцали. А, нет, нет, покоцали. Андрейку слегка. Слегка. Так, 99 воды. Что за бред? Нет, не Бона. Кого мы назначили? Приоритеты. Вода. 175%. Джимми. Джимми, 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 Джимми. Твою налево. У нас... А, Джимми здесь, в лагере. Ускоряемся. Джимми, ты чё тупишь, братан? Нам нужна вода. У нас 99 воды. Все, у тебя теперь пока дерева нету. Это у тебя самая главная задача. Давай даже ускорим тебе на четверочку. Х4. 100, вот. 105, 107 прям. Вода идет одна за одной. Молодец, все, добывай. Так, что здесь у нас? Ну, можно зачистить, кстати. Чисто ради опыта. Не более того. Пока вон вода прибавляется. Да, воды-то надо реально набрать. Кто же знал, что так произойдет? Так, все замечательно. Нет, спасибо. Можно, можно стрелы. Если что, будем крафтить арбалеты, продавать их. Да, то есть, как там еще бабки будем зарабатывать? Нам бы еще пару поселений, конечно, найти, но я сомневаюсь, что это будет так легко. Всего 8 стрел? Серьезно? Ну, шерсть можно добыть, почему бы нет. Нет тут таких сейчас ресурсов первоначальных, которые нам прям так вот прям жестко нужны. Не знаю, какое-то оружие, если только крутое, вот. Все, больше нам сейчас по факту тут ничего не надо. А, ну книжки нужны. Да, книжки, конечно, нужны, но с книжками тут вы сами видите, да? Да, вот. Демон, одержимый, жнец, три жнеца, не один, три. И гончая, да. Ну и что? Мы сохранимся. Кстати, 577 уже. Не знаю, с какой скоростью там добыча идет. 579. Ну, нормально, нормально, нормально. Ну что, ребятки, рискнем.
Они восстановились как-то. Но княженцы 2 и 4 лекарства. Ох, как мы красиво это сделали. Так, что у нас по факту? Ну, слушайте, ну, нормально, нормально. Все, быстро домой. Они не сдохли почему-то. Скорее всего, либо это восстановление у ребят должно быть. Навыки. Так. Скорость атаки минус 15. Замечательно. Урон 5. Может экипировать редкую броню. Нет, здоровяк, дальний бой. Нет, стоп, нет, это не то. А, ну это и способности исцеления. Это я знаю. Ну либо они так исцелились, либо других вариантов как бы нету. Так, потому что как бы я не знаю, как они так спокойно сидят. Так, 122 воды, братан. Джимми, ты молодец. Ты красавчик, Джимми. Продолжай в том же духе. У нас пока что... Нам отряд просто реально хотя бы на одного увеличить. У нас все будет замечательно сразу же. Как только мы увеличим отряд на одного. Так, все, вся братва пришла. Сейчас они... О, смотрите, здоровье просто прям на глазах идет. Вот, а у него, кстати, нет. У него, кстати, нет. Это Андрей. Все, Андрей, давай, иди, шернись. Подлечись. А, хотя нет, смотрите. Не надо ему. Так, кстати, ему не надо. Что у нас по оккульту? Оккультизм. Нет, спасибо. Брелки, стрелы и броня. Да, вот эту вот броню, вот это я хочу. И вот это. Княженцы есть. А по ритуалам что? Ритуал бега, удача, танец дождя. Что дает танец дождя? А, рост фермерских всяких там угодий. Так, дальность разведки плюс 1. А, точность плюс 15. Длительность 720 секунд. Не знаю. Ух ты, ё-моё. Призыв бесов? В смысле? Сера очень полезна при приведении любых изысканий в темных искусствах. Так, призовите несколько бесов для сбора серы. Будьте осторожны, бесы не будут просто так себе, не дадут себя убить. Так, тогда, так, хотите немного эктоплазмы? То есть можно призывать демонов, которые будут сражаться. Сила духа. Потребление пищи минус 30. Святой алтарь. Нет, это, конечно, все замечательно. Это реально все замечательно. Но это что-то перебор какой-то уже. Какая-то темная магия. Так, ладно, давайте добудем вот это. Что с шахтами тут? Ну, пока все нормально. Да, надо расчистить территорию себе. Мы же будем этот... Строить себе базу большую. Большая крутая база будет. Мы ее... Не знаю, может я ее на запись построю. Ну, суть того... Суть всей базы то, что мы внесем... Построим 2 или 3 вот таких сарайчика вот здесь, деревянных. Перенесем вот из... 3 где-нибудь сарая, все сюда, в 1, в 3 точнее. Вот, снесем эти сараи. Скорее всего, придется овцефермы все снести, все вот эти фермы снести. И все заново отстроить. Ну, там, конечно, все будет шикарно. Там будет все шикарно. Хотя, ну это да, это затратки, затратки приличных ресурсов. Нам хотя бы шахту надо одну выработать. Во. А, черт, разведка. Разведка, разведка. Это ты разведка? Разведчики, да, ночной вой. Ну ладно, чё, рискнем? Нет, не рискнем. 600, слушайте, ну почти. Давайте прям покопим буквально чуть-чуть. Стоять. Ритуал сосредоточения. Исцеление. Оккультизм исцеления 40. Нет, стоп. 720, давайте прям буквально чуть-чуть. Я вас верю, ребят. 720. Успейте, просто... О, level up. Так, скорость добычи 30. Армат. Арманд, ты чем занимаешься, Арманд? Ты у нас занимаешься строительством... Во, ты у нас должен в шахте сидеть. Скорость добычи. На. А, Арманд у нас и долбит шахту. Молодец какой. Подожди, у нас 2 шахтера. У нас было 2 шахтера, если мне не изменяет память.
Один из них Арманд, а другой кто-то еще. Стоп, почему нету? Давай. 708, 710. Давай. Еще чуть-чуть, прям буквально. Торговец пришел. Какая прелесть, да? Молодцы. Так, на тебе две куртки сразу. Они мне не нужны. Одна броня, 10 палок. Тоже забирай, они мне тоже не нужны. Так, это консервы? Подождите, то есть наши едят консервы? Оу, а я-то думал, что это такое. О-оу, освещенная проповедь. Урон 75, скорость атаки 2, дальность 7, 7,5 точности. Слушайте, аркебуза. Нет, слишком мелкая. 1000 единиц опыта? Не, спасибо, тоже не хочу. Слишком много тратим, 1600 он предлагает потратить. Хотя, смотрите, если мы сейчас поторгуемся, у нас 1930. Ха-ха-ха. И 4 книжки, можем продать их. Ну, конечно, это глупо, мы продавать их не будем. Так, шерсть, камень, доски, все у нас в достатке. Железо можно немножко продать. Да, но он уже в минус вышел. Ну, сейчас что-нибудь у него купим. Так, что у нас по пшенице? Один? Все. Иди с Богом. Вода на исходе. Кто добывает воду? Так, исследование. Все. Кто добывает воду? Кто из вас, гады, добывает воду? Один колодец. Так. Вот так делаем. Строительство. Второй колодец. В смысле? Это зона покрытия одного колодца. Фига себе. Так. Все. Стройте второй колодец. Добывайте с двух колодцев воду. Мне все равно как. Так, а нам надо... Нет, стоп. Нам надо на карту зачем-то. Зачем нам на карту? Чем нам на карту? Нам на карту вот зачем. УЗИ. Да. Огнеметы. Так, вот, смотрите, точность уклонения. Точность уклонения. Нахрена тебе точность уклонения? На тебе щит. Щит. Так, а тебе на аптечку. Щиты дают только уклонение 15, и все. А это у нас хотя бы отряд будет лечиться. Теперь нас шестеро. А можем еще одного плюсануть? Нет, только 6. Так, сейчас я на базу сбегаю, посмотрю. Все ли отъелись? Ты что там? Все, у всех все хорошо, да? Ну пошли, рискнем. Сохранимся. Давайте, и пойдемте, попытаем удачу. Надеюсь, прокатит. Ну что, пойдемте послушаем вой. Да, сейчас будет жестко. Будет очень жестко. Ведь автобой не... Автобой недоступен, молодцы. Машина. Так, тихо. Один демон, два демона. Так, стоять всем. Ты сюда. Они приближаются со всех сторон. Примани вот этого. Да, вот такая у нас стратегия. Мы прячемся и убиваем. Тихо. Сюда встань. А ты сюда.
Так, давай, огонь. Так, массовое лечение у кого есть? У кого навык массового лечения? О, даже не понадобился. Найдены предметы. Так, так, так. Опа, подвеска оборотня. След из клыков альфа-самца оборотня. Скорость атаки плюс 15. Так, на базу, на базу, на базу. Экс. И чё? Так, вы помните странный язык где-то неподалеку. Так, наверное, это были оборотни. Надо подобраться. Надо попробовать убедить оборотня пожертвовать немного крови для благой цели. С помощью грубой силы, конечно. То есть вы хотите сказать, что это не то было, да? Или нам надо просто на базу вернуться? Просто здесь я больше не вижу. Ну ладно, подождем. Сейчас наши вернутся, сейчас будет прогрузочка. Да, так, прогрузочка. Ускоримся. Опа, да. Вы ощущаете мистическую силу, исходящую от клыков оборотня. Так, и решаете сделать из них подвеску. Может быть, это поможет в вашей борьбе. Да, это помогло в нашей борьбе. Так, стоять. Что у нас с колодцем? Ребят, ну вы давайте хотя бы. Торгаш. Слушай, торгаш, нам нужна вода. Есть вода? У торгаша нет воды, он бесполезен. Ну ладно, вали тогда отсюда. Так, мы там набрали хлама всякого. Забери себе вот это. Ну и все. Да, и мы больше ничего не набрали. Воды нету. Воды нет. Все, 55. Почему воду не добываем? Почему строительство такое долгое? Приоритеты. Блин, сдохнуть без воды, это, конечно же, жесть. Даже слово другое. 170. Вот так, давай. Стоп, почему Майя добывает воду? Майя, ты у нас где? Майя, 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 Майя. Майя. Исследование дерева, вода. Молодец. Единственное, кто у нас спасает нашу деревню от вымирания, это Майя. Так, ну, мы сейчас поможем нашей деревне. Да, мы поможем нашей деревне, если получится. Да, вот, консервы. А я сначала думал, это какое-то масло. Там, ну, не подсолнечное, а машинное какое-то. Так, сейчас мы просто поищем, где есть вода. И все. Зато есть консервы в вагон. Вот еще вода есть. И вот вода есть. О, сейчас мы наберем. Нас теперь 6 человек в отряде, да? Сейчас мы наберем водички. А, не страшно. Так, пошли дальше. Так, у нас пока 64-65 держится. Так, стоп, у нас должно быть два колодца. А, два колодца еще... Вот взять и свалить на самом ответственном моменте. Молодец-то какой, а? Красавец. Так, давай еще этих. Не страшно. 56 воды. Да, еще давай. Да, конечно, мы сейчас зачищаем то, что это же не появляется заново, правильно? То есть это прям печально будет, если вода кончится раньше, чем надо. Так, сколько у нас уже с собой воды? У нас с собой уже 168. Ха. Ну, какое-то время наша деревня протянет на этом всем. Ну, конечно, желательно бы... Желательно бы побольше найти. Что, пшеница? Серьезно? Пшеница нам нужна. У нас же с пшеницей тоже, оказывается, проблемы. Еще какие, блин. Так, 59 воды. Ну, это легко все было. Арбалеты, конечно, тащат. 60 пшеницы, слушай. А колодец достроили? Молодцы. Так, а тот, кто... Дайте угадаю. Тот, кто колодец у нас лутать должен. Так, поисковики. Вот так, вот так. Все. Пошли отсюда.
О, кстати, доски. Дом еще один. Да, детка. Еще одно поселение с ребятами. Автобой. Хлам. Полный хлам. Так. Это что? Дамфилд. Дамфилд. Так, стоп. Ладно, пойдемте в Дамфилд. Поздороваемся со всеми. Пообщаемся. Так, вы добрались до поселения. Так, самодельные указатели на его границе гласит Дамфилд. Ну, это понятно. Так, после недолгого переговора с лидером поселения вы смогли убедить их, что не причините вреда. И вообще рады, что оказались вы не одиноки. Так, всегда за распитием бутылки вина. Ага, ясно. Вы шутите? Они уже такие хорошие с нами? Мы уже можем... Ну, знаете, человек нам не нужен сейчас. Это лишний род. Вот так я вам скажу. Который нас пока что не устраивает. Давайте тогда вот эти две локации еще зачистим. И быстренько домой. Через воду мы, конечно же, пройти не сможем. Да, через воду мы не пройдем. Так. Жаль. А то как Иисус по воде пробежимся быстренько и все. Так, давай автобой. Ну да, сейчас как бы бояться смысла уже нету. Но есть, конечно, такие, с кем стоит бояться. Так, кого стоит бояться? Демонов. Вот, они, конечно, будут сильные. Слушайте, ну это... Вот эти два поселения, пожалуй, я тоже зачищу. Еда, как-никак. Сейчас сделаем 500 еды. И, может быть, еще чуть-чуть вперед пройдем, вниз. Посмотрим шахты. Что там за шахты? Да, что они дают? Что в этих шахтах можно найти, точнее. Ну, демоны, да, так себе. У нас броня наша работает просто на раз-два. Травы. Кто здесь? Одержимые. Ладно, пусть живут. В шахтах что? Медь. А здесь травы. Так, сохраняемся. Да, риск стоит... Трава стоит жертв. Так, стоп. Да ё-моё, давай, погнали. Это того стоит. Травы нам нужны. Сколько? Скажите, что хотя бы, хотя бы 15. 52! Фига себе. Все, можно домой возвращаться. Сколько мы набрали? 348 воды, 20 консервов, 51 еда, 16 досок, 109 лома, 60... пшеница, 42 шерсти. Это вообще шикарно. Конечно, возвращаться придется долго. Ну ладно. Ладно, в принципе... О, торговец прибыл. Замечательно. Так, давайте посмотрим, что мы можем продать нашему торгашу. Да, в принципе, ничего. Скорость атаки плюс 15. Это мы, кстати, на кого-нибудь оденем. Так, ближний бой мне не нужен. Так, проклятие Марии. Я не знаю, что за проклятие Марии, но ствол я точно покупать у него не буду. Броня мне его не нужна. А, точнее, я ему продавать тоже пока не хочу. Ну, нет, все, спасибо, ты бесполезен. Так, вода потихоньку заполняется. Но сейчас еще пару сотен придет, так что я не переживаю по этому поводу. Ладно, на этом мы пока что закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.